сколько я устал и заебался. Всем привет, друзья, меня зовут Артем Аристов, добро пожаловать на мой новый видеоролик. Сегодня мы находимся в зале Цех, и сегодня я снимаю долгожданную жесткую фриран зарубу, либо же геймофлип с Алексом Новым. Основным условием является то, что в любой связке, которую вы исполняете, должно быть сальто в середине, начале и в конце. И у каждого из нас будет по сколько попыток? По три попытки, чтобы выполнить. Поэтому пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит сегодня. Пожелайте нам удачи, и мы начинаем. Поехали. Поскольку мы начинаем, то надо начать с чего-то легкого для того, чтобы размяться. Я сделаю заднее сальто вот здесь, вот на мягком полу. Мы с Алексом справились успешно с первым элементом, теперь моя очередь загадывать. Я считаю, что Артем не справился, он сделал типа задку в затяг, а я заказал просто зад. Давайте, вы напишите. Пишите в комментариях. Да, пишите в комментариях, кто прав. Типа, если я загадываю, значит мы сделаем задку. А он сделал типа посложнее, но все равно не то, что я загадал. Давай задку. Ну тогда. Все, молодец. Вот так вот уже другое дело. Что, пикапим школьниц? Друзья, сейчас моя очередь заказывать, поэтому я заказываю Алексу обычное переднее сальто с триком на вот этот твердый пол. Основа, поехали. Поскольку первые два загада были для нас очень легкие, сейчас мы переходим на связочки. И поскольку у нас сегодня меньше паркура, больше стиля, то я загадываю небольшую интересную связку. Мы на этом парапете делаем дэш, делаем тик-так вот этой тонкой парапетины и с разножки делаем переднее сальто. Бум, let's go! С первой попытки. Ну, хз. Это было очень затемпово. Друзья, почему у меня заняло это несколько попыток, а не одну? Потому что мой толчок здесь с левой ноги. Мне, чтобы сделать с разножки переднее сальто, нужно, чтобы правая была спереди. Для этого очень как-то коряво надо приземлиться, потому что если я приземляюсь на правую и левую, то приходится делать вебстер не со своей ноги. Поэтому пришлось переделать, сделать криво, но я выполню челлендж, поэтому мы двигаемся дальше, моя очередь заказывать. Отсюда самые высокие точки в зале. Мы прыгаем вот туда вот, вводим себя и делаем сальто вниз на подушку. В принципе, все легко, единственное, неприятно для наших коленей, поэтому посмотрим, как справлюсь я и справится Алекс. Погнали. Тут что-то страшное. Да давай, бум. Woo, let's go! Я для себя нашел идеальную формулу. Если ты понял, что тебе прыгать страшно, надо сразу прыгать. Сразу прыгать. Пока что у нас ничья, мы все справляемся с челленджами. Очередь Алекса. Поскольку Артем не пощадил мои колени на этом большом дропе, сейчас я не буду его щадить на новом интересном элементе. Называется он palm flip. Попробую. У меня есть три попытки, чтобы его сделать. Покажи прибыль. Ручки поставил. Минус одна попытка. Бум! Let's go! Это было чисто. Моя очередь. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем все тот же самый палмфлип. Главное, чтобы это было в связке. Начинаем мы с переднего сальто. Его можно делать отсюда. С трика, как угодно. Делаем переднее сальто. Пару шажков. Три шага, четыре шага. И делаем палмфлип. В принципе, все то же самое, что загадывались, только с передним уже немножко посложнее. Это было просто слито. Артем делал передку с эртрика. Я же хочу попробовать сделать его с твердого пола. Мне кажется, что для меня так будет намного комфортнее и контролируемее. Ага. Бум! Надо было. Бум! Ну давай, чуть-чуть осталось. Итак, третья попытка. Алекс сейчас постарается довести этот элемент до идеала. Поехали. Бум. Бум! Наконец-то! Поскольку прошлая попытка сделать переднее в палм-флип выдалась мне очень сложно, я очень сильно устал, и решил заказать связку подлиннее, которая вымотает нас еще больше. Первая попытка запоролась! Бум!
Бум! Let's go! Со второй попытки, красавчик. Не судите меня строго, я знаю, что боковая у меня далеко до идеала, но я ее стараюсь с каждой тренировкой, точу, и надеюсь, что скоро она у меня будет очень хорошей. Но пока вот так. Алекс очень сильно хочет вынести меня на этой связке. Я боюсь, как бы мне ее сделать, поэтому я подкрепляюсь киндером. Это точно не реклама, но сейчас одна шоколадка. Просто Алекса выносим просто всегда. Просто у меня реверс выходит немного на другую сторону, поэтому в конце я не сразу боковой сделал, немножко перекрутил, чтобы с стенкой не писаться. Но я надеюсь, Алекс мне это засчитает. Друзья, также у меня для вас просто сумасшедшая новость, потому что сразу же после просмотра этого видеоролика вы можете перейти на канал Алексу. У него уже на канале готово видео, где мы с ним сняли паркур зарубы. Если это больше заруба по фрирану и по сальтухам, то там в абсолютно другом зале с новой локацией. Трушный паркур челлендж. Мы с ним играли, там такой вынос башки. Алекс, вкратце расскажи, что там было. Там были очень сложные, нереальные паркур челленджи, которые очень мало кто может повторить. И Артем, и я делали такие вещи, которые не делал ни один человек. Там просто в том зале. Драка на смерть. Ссылки есть в описании, переходите, уже видео в открытом доступе для вас. Друзья, мы с Алексом уже дико устали, но хотим радовать вас крутым контентом, поэтому усложняем наши связки. Самая длинная линия за сегодня, идемте, я вам покажу. Бум. Бум. Let's go. Бум. Лейзи. Пам. Пам. Давай. Йоу. С первой. Красавчик. Так, теперь у меня будет длинная связочка, поскольку Артем подумал, что фриран это только сальто, мы докажем ему обратное, потому что сейчас будет очень много перемещения в стиле. Опа, затупил. Опа, первая попыточка сгорела. Блять. С третьей просто втащил как батя. Сложно. Сложно, да, физически? Потому что очень много движений, ты их пытаешься максимально идеально запомнить, сделать, выполнить, повторить. Как думаешь, сколько у меня попыток займет? А ты проиграешь мне эту игру. Да? Да. А-а, стоп, пропустил элемент. Лейзи было здесь, да? Через угол лейзи было. Я не запомню просто, я реально не запомню. Минус одна попыточка у тебя. Я провтыкал свою первую попытку, потому что я просто не запомнил, что Алекс там еще делал лейзи. Минус вторая попытка! Друзья, моя третья попытка. Если я сейчас не втаскиваю, то я, в принципе, проигрываю эту связку, поэтому я буду делать все, чтобы поставить ее. Даже криво, но поставить. Да ну не может быть! Эти пропытки просто, друзья, в конце не было сил. Втаскиваю переду, смотрю, что я не ставлю их. Ну что ж, этот чекпоинт забирает Алекс, тут надо честно признать. На таком легком. Всегда самое легкое оказывается самым сложным. Друзья, признаюсь, мне очень сильно взорвал пукан от того, что Алекс меня в прошлом раунде так сильно вынес. Поэтому моя очередь начинать играть жестко, начинать играть по своим правилам. Так что, Алекс, я загадываю тебе. Видишь вот эту вот будочку? Ну? С нее гейнер. Гейнер? Вот. Понятно. Let's go. Я знаю, на что давить, окей. Ребятки, я паркур тренирую. Сальто не мое. Я не делаю гейнеры, вы понимаете? Не делаю просто-напросто. Артем взял и вынес меня в этом элементе. Ну, отомстил, я понимаю. Моя очередь загадывать. Моя очередь тебе мстить, братан. Ребятки, мы делаем с вами забег на стеночку, отталкиваемся двумя ножками, uh-huh. Потом кэт, отпрыг сюда наверх и делаем переднее сальто.
Ну, да, давай. Забеги по стенам, ты еще не так сильно не тренировал. Ну давай. Йоу, с первой. С первой попытки. Блин, вот не ожидал, не ожидал. Повторяй. Я тоже не ожидал. Опа, на минус одна попытка. Дядя, не получилось, не фартануло. Не получилось, не фартануло. Галик немножко подвернул. Сейчас 5-минутный. И иду. Минус второй, вторая попытка. Третья, полетели. Ой-ой-ой, аккуратно. О! Выжил, выжил, выжил. Все. Ух. Сейф. Я испугался, что ты сейчас назад улетишь. Так, смотрите-ка, ну вот, честно говоря, я не знаю, считать Артему эту попытку или нет. Если вы засчитали, то напишите об этом в комментариях, пожалуйста. Мы прочитаем и зачтем ваш результат. Друзья, немножко травмирован, кисть травмирована, голеностоп травмирован. Сейчас все равно попробую сделать один из своих любимых элементов, паунд-дроп. Если же у меня получится, то я попробую втащить еще паунд-флип. Но это не точно. Бедолага. Ой, ёб, твой налево. О, красава, молодец. Друзья, ну что ж, я сделал криво, не получилось так сделать, как хотел, но, в принципе, я справился с элементом. На следующий раз, когда я не буду таким уставом, я сделаю это красиво, обещаю вам. Я все-таки хочу подучиться и сделать его намного идеальнее, чем Артем, поэтому эту попытку я ему доверяю, отдаю. Пускай радуется тому, что он его сделал, а я в следующий раз втащу по технике покруче, чем он. Итак, у нас осталось по последнему элементу, по последней связке. Алекс загадывает, и потом я закрываю. Мы хоть и убитые, но сейчас подготовим что-нибудь интересное для вас. У каждого по 3 попытки. Я сделал с первой попытки, но хочется довести до идеала, поэтому у меня еще 2 попытки, если не делаю идеально, Артем будет делать 2 качей, а мне хочется ему жизнь усложнить. Ну давай. Йо, let's go. Это обязательно с одного? Обязательно? С одного. Серьезно? Друзья, ну что ж, один раз у меня получилось, не так идеально, как у Алекса с одного кача. Все-таки еще не так хорош на турниках, поэтому дальше я даже не буду пытаться. Просто перехожу к своей связке, а этот элемент я отдаю Алексу. Так что у меня жизнь сгорает, вот, переходим к моему элементу. Последняя, одна из самых сложных связок. Ничего технически сложного, просто очень много элементов, главное не запороться. Друзья, я справился со своим элементом, но я хочу сделать намного чище, намного красивее. Так что поехали, у меня есть еще 2 попытки. Друзья, я вбил в эту связку попыток миллион. Просто сил нету, сердце дрожит, вообще просто ноги отваливаются. Я даже задний сальто толку не могу сделать. Я хочу втащить ее на последних силах. Мы тренируемся 4 часа подряд, очень уставшие, но я ее доделаю. Поехали. Это нереально, когда у тебя сил ноль, просто твоя выносливость на нуле, и ты пытаешься тащить двуху. Я обещаю сюда вернусь и сделаю эту связку в начале тренировки. После 4 часов треш, это я умираю. Это ад на земле. Что, просто сам Бог не хочет, чтобы я это делал. Посмотрите, насколько я устал.
друзья, как я и говорил, мы сегодня тренируемся в зале под названием «Цех». Находится он в ТРЦ «Мармеладзе». Это новый паркур и фриран зал. Также здесь есть батуты в той секции, поэтому приходите сюда, записывайтесь на тренировки. Все ссылочки, номера телефонов будут в описании. Приходите, вы очень часто можете встретить меня здесь. Друзья, ну что ж, вот как-то так весело закончилась наша фриран заруба и гейм оф лип. Надеюсь, вам понравилось. Я считаю, что Алекс, как человек, который вообще не сильно тренируется альтухи, очень круто себя показал. Пишите в комментариях, как круто он сегодня выступил. Спасибо. Если вы хотите видеть такого больше на моем канале, на его канале, то давайте наберем здесь 5-10 тысяч лайков, и мы обязательно будем встречаться чаще вместе и снимать подобный видеоролик. Ребятки, а также не забывайте, что у меня уже на канале вышел видеоролик с паркур зарубы, где были элементы паркура и где мы делали вещи, которые не делал никто в зале Капа. И я там тоже просто очень жестко разъебывался, поэтому по ссылочке в описании видео уже у Алекса на канале. Перейдите, посмотрите, напишите у него под роликом, что вы болеете за меня. Все наши ссылочки будут в описании. Обязательно также подписывайтесь на наш инстаграм и Redhead Blog, и также Артем Аристов. Ссылочки снизу, подписывайтесь, потому что в инстаграме выходит самый свежий контент намного чаще и раньше, чем видеоролики на ютубе. Всем удачи, всех люблю, всех обнял, всем пока.